Ой, какие усы у тебя богатые, покажи усы. Ой, какие усы богатые у Муси, да? Чё, все вкинули на вашке свежемороженой? Пойдешь котяток кормить? Все, Вова заступил на смену. Вот, друзья, одна из первых целей. Надо пристроить котят в хорошие руки. Им уже 3 недельки. Мы их подобрали, ну, можно сказать, начиная с 30 октября. А сегодня 15 ноября. Ну, вот уже полмесяца прошло, но они уже были с открытыми глазками. Котята классные. Котята классные. Смотрите, они пятеро все близняшки. И потом черненький вот такой, да? Один черненький девочка с темно-синими глазками. А вот эти все близнецы, короче. Только на лбу у них вот отметинка, видите, разная. Отметинка разная. Видите, отметинка разная. Такие как бровки, как татуаж, да? Вот. Банда. Банда, ну-ка покажите мордашки. Покажите мордашки. Вот, фонарик пригодился. За 7700 рублей с Москвы притулили мне. Вот так Муся за ними ухаживать. Друзья, ну вторая цель. Первая цель, значит, надо котят пристроить в хорошие руки. На моем YouTube-канале Владимир Стороженко там есть обзор по котятам, прям их окрас, их глазки, мордашки, рисунок. Вот это шерстки, да, какой. И я показываю своего кота, которому 6,5 месяцев. Вот кошка Муся, от кошки Муся. Кошка Муся. Мы вообще как бы котятам хотели сегодня это самое опять попробовать дать мясные кусочки в соусе, а? Ты только что вкинула уже, Мусенька. Муся, ну пусть котики покушают, а? Пусть котики покушают. Пусть котики покушают. Ну-ка. Ты уже покушала, уже рыбки покушала. Давай, не мешай. Не мешай. Ты хоть и кормящая мама, но у тебя питание выше крыши. А? У тебя вон и рыбка каждый день свежемороженая, навашка, а? Все. И корм он у тебя всякий разный. А? И водичка родниковая. Все, давай, пусть котятки покушают. Давайте, давайте, ну-ка попробуйте. Попробуйте. Подожди, посиди, перекури. Вторая цель, Муся, ничего с твоими котятами. Ну ладно, давай, кушай. Ладно, кушать. Кушай. Кушай. Покажи пример, как надо кушать. Покажи пример, покажи пример. Вот такие они. Значит, друзья, 3 минутки прошло, да? Я всегда там покосом занимаюсь в больших территориях. 3 минутки кашу, потом рассказываю про возможности дополнительного дохода. Да? Там шишкуем, 3 минутки показываю, что мы шишкуем, потом про возможности дополнительного дохода. Нам же всем нужны инструменты, денежки. Ну, не сами денежки, а то, что мы за них можем купить, да? Обменять. Березовый сок мы собираем. 3 минутки показываю, что собираю березовый сок, потом рассказываю опять про возможности. Какие возможности? Вот кто-то может подумать: а, что ты весь день котиками занимаешься, а когда же деньги зарабатываешь? Вот я смотрю рыболовов, допустим, да, YouTube-канал Дикий, да, ребята с таким оборудованием занимаются рыбалкой, там рыбе деться некуда, да, там и эхолоты, там и все, и катера, там и все, и вертолеты. Вот, шучу, да, или охотой. А надо же деньги зарабатывать. Ну, деньги зарабатываю я вот. Значит, деньги зарабатываю. Деньги зарабатываю вот ламбре. Вот, в этом месяце 13 тысяч аж бонус пришел. Вот, lambre.ru, парфюмерия, косметика. Ну, остаточный резидуальный доход. Ну, для кого-то как пенсия, да? 13 тысяч. Вот когда-то построил вот такую сеть. Вот такую сеть. Ну и она потихоньку дает плоды. Вот парфюмерия, косметика с Франции. 30 километров от Марселя, местечко Алауш, господа Сабатеры. С 1774 года несут нам культуру красоты. 42 аромата под номерами. Это пробники. Подбираем аромат. Там дневной, вечерний, зимний, летний. Женский, мужской, там цитрусовый, фруктовый, древесный, там альдегидный, папоротниковый, там с табачком, там с горчинкой, с перчинкой,
сладкие, там свежие, цитрусовые. Вот, можно там для бизнеса, для привлечения противоположного пола там. Вот, всякие разные, самые известные. Просто они под номерами там. Вы там, допустим, знаете Шанель Куко Мадмуазель, Шанель Шанс, Шанель номер 5. Вообще 19 Шанелей. 19 всяких разных Шанелей есть. Там или Версачи, или Лаура Биажотти, или Фьюга там, да. А они у нас под номерами, под цифрками. 42 аромата, да. Ну, 35, и там еще остальные под названиями. Вот, еще косметика, вот крема очень хорошо, сейчас вот крем для рук с трубчатым алоем, вообще шикарный, трещинки все заживляет, там эффект резиновых перчаток, меньше руки на улице мерзнут, очень актуально сейчас, кутикулы у девушек не отрастают, реже можно делать маникюр, вот, потом 21 год занимаюсь, lambre.ru, значит, YouTube канал, посмотрите, Восток, Lambre, Россия, Lambre, YouTube каналы. Мой YouTube канал Владимир Стороженко. Значит, ну я там сейчас качаю тему за возможности физически работать. Потому что было плохо с суставами, вот руки в кулаки не сжимаются. И вот БАДы компании Full Life Research мне помогли, и я не могу об этом молчать. Вот видите, для иммунитета это вот как из молозива коров, из яичных желтков, это как вот материнское молозиво, да, при рождении. Важно приложить ребеночка к груди. Вот трансфер-фактор, фундамент вашего здоровья. Загуглите трансфер-фактор в спорте, трансфер-фактор в педиатрии, трансфер-фактор при инсультах, при инфарктах, при отеках Квинки, трансфер-фактор ветеринарии, там, при омоложении, там, сертификаты GMP, Кёльский лист, антидопинговые сертификаты, сертификаты Калянь. 20, более 20 лет на рынке. Более 80 странах мира. Это вот чтобы не успевать все, еженедельник вот такой веду. Я уже показывал видосы, как я веду еженедельник. Да? Научили меня в 2008 году в Москве. Марафон Drive 3. Надо было 4 раза летать в Москву. Ну, вот ребята прилетали, лидеры компании Lambre. Нас 30 человек было с разных городов. Вот складодержатели, да, лидеры групп. Ну, вот я с Уссурийска был. Вот, группа 980 человек в хорошие времена была. Ну, сейчас понятно, что меньше. Это. Так, что еще? БАДы для компетентного иммунитета нам помогли вот, восстановиться после операции, после онкологии, после удаленного органа. Мне помогли восстановить суставы, работая физически. И всегда сетевой маркетинг. А сейчас меня еще заметили благодаря вот котиков показываю, покос, да. Это как муза. Вроде котики на первом месте. А все остальное это надо в своем доме живем. После наводнения ремонт капитальный делаем. Дрова, уголь, вода надо все заготовить. Да? На работе сутки через сутки тепло даем. Да? Гостиница 30 номеров отапливаю 4 года подряд. Просто через забор живу. Поэтому мне удобно. Да? Ну и здесь очень хороший коллектив. И клиенты перспективные. Как экспансия по России. Ребята, перегоны, перекупы автомобилей из Японии. Во все уголки нашей родины их отсюда гоняют. Из Уссурийска, из Владивостока. У нас останавливаются в гостинице. Я даю тепло. Вот 4 зимы подряд. А летом кашу большие территории травы. Чтобы быть поближе к хозяевам коттеджей. И вот нести доброе, светлое. Вот кто платежеспособный. Потому что пытался понять, помочь людям, которые ниже уровня среднего живут. Ну, много делов, философию надо менять. В голове надо много чего менять. Вот. Ну, не мы такие. Жизнь такая. В основном люди живут как в мышиных бегах. Работа. Суббота, воскресенье с друзьями встретиться. Ну, большая часть населения. И от зарплаты до зарплаты. Денег не хватает, поэтому вынуждены опять работать по найму. И круговорот веществ в природе, да? Когда начинаем больше денег зарабатывать, начинаем интересоваться политикой. Ну, как бы, наверное, ну, не знаю, не будем об этом дальше распространяться. Поэтому, друзья, кто хочет достойной жизни, вот, я потренировался, знаю, владею и Lambre больше 21 года, и Full Life Research больше 7 лет. Профессор, все знаю. Все знать невозможно, но единицы знают то, что знаю я. Вот по этим делам.
А сейчас еще меня заметили, это вот Full Life Research, это самых лучших сотрудников посылают в самые экзотические места отдохнуть два раза в год. Ну, надо выполнять товарооборот с группой. Это вот профессиональные календарики, да, вот так выглядит Full Life Research сайт 4lifedv.ru. Это вот YouTube-канал «Бизнес-клуб 4Life». Это вот здесь я тут 10 лекций меня попросили, почитал свое видение и свои результаты и про бизнес. И так как у меня опыт 27 лет в сетевом маркетинге, попросили мне выступать. Потом я после этого поверил в себя, что я открыл свой YouTube-канал Владимир Стороженко. Это вот температура 36,6, понятно. Давление 120 на 80, понятно, норма. Отклонение, понятно, что мы плохо себя чувствуем. А вот давление, ну, во всяком случае, мне до компании Full Life Research непонятно было, как измерять иммунитет. Вот он должен быть 100-230-300 единиц. Вот так он должен быть, в пике. В основном есть врожденный иммунитет, есть приобретенный иммунитет. Там. Ну, короче, то, что вот мы там типа закаливаемся и все остальное прочее, это не полная информация, друзья. Когда погрузился в научно-доказательную базу компании Full Life Research, вот, и начал убеждать врачей, там столкнулся, ого-го, как все несовершенно. Так, о хорошем. Иммунитет бывает в состоянии равновесия, это идеал. Есть перевозбужденный иммунитет, это аутоиммунные болезни, вот как у меня диабет первого типа, это не у меня. Ревматоидный артрит, ну, может, какая-то начальная стадия, рассеянный склероз, псориаз, внешние факторы, аллергические реакции, астмы, экземы. Это возбужденный иммунитет, взбешенный иммунитет, он вовремя не останавливается и уже начинает уничтожать свои же клетки. И ослабленный иммунитет, вот рак был у нас, гепатит много людей встречал, СПИД, туберкулез не встречал, инфекции, вирусы, грибки, бактерии, паразиты встречал. Вот это все БАДы компании Full Life Research делает иммунную систему компетентной. Компетентная иммунная система побеждает вирусы, бактерии, грибы, онкологические клетки. Вот. И вот меня заметили ребята из Челябинска. Касса взаимопомощи BeFree. Семиместная интегральная неделящаяся матрица. Это я рисовал. Мне было интересно все это просчитать. Это я вот бизнес-план писал на 65 суток, как заработать 513 тысяч рублей. Ну, получилось заработать $450 и еще $105. Ну, тоже неплохие деньги, но люди слабо верят, напуганные. Кто-то когда-то ошибался, еще начинают вспоминать МММ. Ну, это, ребят, дело выбора каждого. Кто хочет лучше жить? Ну, а как? Бывает не с первого раза все получается, да? Никогда с первого раза больше всего не получается, да? Вот такие дела. Вот это все семиместная интегральная неделящаяся матрица. Это просто алгоритм такой, благодаря блокам чейн, благодаря интернету. Можно это все вот визуально вот так в компьютере отобразить. А это все человеческие судьбы, это все деньги, это все платежи, это все вознаграждение. Вот. Я иду за людьми, которые в этих темах мне везет. И на меня люди внимание обращают. Кто зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Вот я лично в первом их поколении. Вот касса взаимопомощи BeFree. Входы, значит, бывают $30, $75, $150. Вот я вошел $300, $900, $2700, $8100. Не буду сейчас объяснять детали. Позвоните плюс 7 924 123 24 44. С WhatsApp, с Telegram или оперативная связь, вот только кнопочный телефон, только голосом, ни смс-ки, ни картинки, только голосом. Плюс 7 914 974 45 45. Я вам все расскажу. Деньги украсть, нас обмануть невозможно. Деньги на сервере не хранятся. В течение 40 минут они поступают на наши пластиковые карты. Ну, надо немножко подключиться к VPN. И достаточно вот телефона и коммуникации. И вот авторитета, чтобы вам доверяли люди. Более 6 лет уже работает, 5 аудитов пройдено, все выплачивается. Задача создать коллектив стабильный и по кругу, как золотое кольцо,
вот, организовать поток денег. Кто был первый, тот становится в конец очереди, кто был в конце очереди, становится впереди. И вот так выплаты идут по кругу, как золотое кольцо. Все. Ну а вот сетевой маркетинг, вот смотрите, мое изобретение 2017 года, так как я 27 лет в сетевом маркетинге, кто ясно понимает, вот ясно излагает, вот как наша вот знакомая хорошая, вчера звонила Татьяна Николаевна, онколог, врач-онколог, ее вот слоган, кто ясно понимает, тут ясно излагает. Мой слоган: прежде чем делать, думай. Да? Быть, а не казаться. Вот я показываю простую рабочую жизнь, рабочую, ну, куда я стремлюсь, и какие-то дополнительные источники дохода. Были в лучшие времена, и по 100 тысяч рублей в месяц больше не было. 100 тысяч рублей в месяц было. Сейчас немножко все подсдулось, ну, а у кого не подсдулось? Ну, работаем, развиваем. Вот, несколько источников дохода. Все нормально, можем себе позволить. Вот 6 котиков восстановили, 4 отдали в хорошие руки, а 2 оставили у себя на YouTube-канале Владимир Стороженко, я все показываю. Котики помогают и ремонт делать, и дровишки вчера рубили со мной, помогали, вдохновляли. Вот, котики классные. И в заботе о котиках между делом делаешь все вот эти дела, да? Потому что котики — это любовь, с любовью. Так же, как рыбак едет на рыбалку и переделывает все список, которые на семейном совете они с женой запланировали сделать дела. Она говорит: вот сделаешь, поедешь на рыбалку, да? Отпущу. Вот он стремится быстро делать на скоростях все дела семейные. Потом едет на любимую рыбалку. Или физкультурник, спортсмен, идет на любимую тренировку, но сначала делает все дела, да, которые планирует в своем еженедельнике. Вот, вот, значит, надо приглашать людей. Вы в центре, и вы приглашаете людей, помогаете других людей приглашать. Но мы все, ну, жизненно необходимо, вот, допустим, Full Life Research жизненно необходимо. Ламбре, нам нравится эта продукция, да? А здесь вот просто касса взаимопомощи, здесь вот отношения между приятными людьми, с кем приятно и работать, и отдыхать. Ну, вот как-то так. Все, друзья, сейчас мне надо еще котикам закапать глазки, перестелить у них там салфеточки. Все, мамашку накормили. Все, завести уголь. И сутки давать тепло. Завтра у нас дождь, сутки. Потом 2 суток у нас снег. Ну, у нас все готово. Дрова нарублены. Все, все в порядке, везде наведены. Что засыпет снегом, что не засыпет. Лопаты, метла куплены. Так что все. Сейчас уже как бы поспокойнее. Ну, а были как бы вот и по ночам, вот с фонарем, с вот этим работаю, да. Вот они, котики, позитив. Друзья, надо пристроить их в хорошие руки. Ну все, помогай Бог. Желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспектива всех сфер жизни, верные друзья и несколько источников дохода. Помогай Бог. Звоните. Вот по нескольким источникам дохода все объясню, расскажу, расскажу филиалы в ваших городах, в ваших регионах. Вот познакомлю с моими наставниками успешными, которые раньше начали этим всем заниматься, у которых более платежеспособное окружение, у которых, наверное, больше авторитета, наверное, им верят. А так это все работает, понимаете? Верим или не верим, с нами или без нас, это работает уже. Lambre.ru больше 20 лет работает. Full Life Research больше 20 лет работает. Бифри больше 6 лет работает, понимаете? В Бифри так вообще там потенциал до 60 миллионов рублей можно зарабатывать. Есть люди, которые уже заработали по 30 миллионов рублей. Но надо любить людей, надо коммуницировать с людьми, надо работать с людьми. Не просто. Объяснять, консультировать. Вот как я, допустим, 27 лет консультировал разные компании сетевого маркетинга. Ну, какие-то компании оказались не компании. Где-то мне уже не устраивают критерии выбора компании, да. И вот я определился в Full Life Research, исследования для жизни больше 7 лет. Lambre.ru больше 21 года. И BeFree больше 7 месяцев, да. Вот. И в этом разбираюсь. Могу быть вам полезным, очень полезным. И будем вместе строить жизнь, вместе строить сеть. Так что, чтобы достичь мечты, необходимо ее сформировать и планомерно достигать. Позаботьтесь о своей иммунной системе, она позаботится о вас. Намечайте свои цели и смело идите вперед. Позаботьтесь о своей организации, это вот сеть постройте, построим вместе. И компания
позаботиться о нашем вознаграждении. Быть частью великой компании и менять жизнь людей к лучшему – это то, что меня вдохновляет. Помогай Бог, звоните плюс 7-924-123-2444 с WhatsApp, с Telegram. Вот стоп-кадр сделайте, вот мои координаты. mister67@mail.ru – моя электронная почта, Skype и мои телефоны. Помогай Бог. Староженко Владимир. Рад быть вам полезным.